Каждая девочка и девушка хоть раз хочет почувствовать себя настоящей принцессой. Красивое платье, хрустальные туфельки и корона. У юных жительниц Камчатки такой шанс появился. Конкурс красоты и таланта «Мини-мисс Камчатка» стартовал на полуострове. В нем принимают участие 25 принцесс в возрасте от 5 до 15 лет. В течение месяца девочки и девушки будут готовиться к яркому финалу. «Мини-мисс Камчатка» – она необыкновенная. Она необыкновенная, потому что дети разных возрастов, разных талантов и абсолютно разного видения. Они все абсолютно разные. На большом финале участниц ждет дефиле в красивых платьях, показ мод, творческие номера. В каждой возрастной категории члены жюри определят победительницу, которой достанется главная корона. От этого конкурса я жду новых знакомств, впечатлений и победы. Я вообще не участвовала в таких конкурсах. Ну, интересно. Победительница конкурса должна быть уверенной, не сомневаться в себе, и я надеюсь, что это буду я. Я не думаю, что прям важна красота, а важно то умение, как ты ходишь и показываешь вообще свое умение в этом деле. Мне все интересно, мне нравится наряжаться, ходить по подиуму. Поэтому я хочу выиграть. Ну, я люблю нарисаться, класться, я потому что, блин, теша. Отметим, что победительницы отправятся представлять Камчатку на всероссийских конкурсах. Одна корона поедет в Москву на мини-мисс Россию, а две другие в Хабаровск, чтобы побороться за звание принцесса Дальнего Востока.